Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как активировать ночной режим на вашем смартфоне TKL 10SE. Для начала мы должны перейти в настройки и затем заходим в пункт «Экран». Здесь мы идем чуть ниже и видим здесь ночной режим. Заходим сюда и жмем «Включить сейчас». Как мы видим, наш телефон заметно пожелтел, мы это можем настроить, то есть сделать его еще более таким теплым, либо же сделать его более холодным. Также можем настроить расписание, то есть при включении этого расписания мы его здесь, кстати, можем настроить, либо же просто поставить на от захода до восхода солнца, и в это время у нас будет включаться ночной режим. Он поможет снизить напряжение глаз и легче уснуть. Не знаю, насколько это правда, но вы можете это сделать. А у меня все на этом. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!